Диксон не решился стаковать, зато абсолютно сразу же атакует бельгиец Максим Дозеев. Отличный баскетбол, очень быстрый. Пока что не такой результативный, как хотелось бы, но опять же ошибки, желание сыграть на публику. И, пожалуйста, Джован Джонсон. Очередная дальняя атака, на этот раз 3 очка. Сначала было засчитано 2. Но пока что чехи не могут привыкнуть, все-таки это большой, так высоко вытягивается. Купер. Огромное преимущество у Дозе. Классический центровой. Ему тяжело. Вот отличный бэкдор. И очередные 2 очка от Джордана Хэмилтона. Пожалуйста, всего лишь 5 минут прошло. И уже первое двузначное преимущество. Правда, вот бомбардиров Нью-Йорка. Доходит мяч до Хэмилтона. Хэмилтон почувствовал следующих центровых. И, судя по всему, невидимых. В сегодняшнем поединке Джулиана Гуин. Отличная скидка на Купера, но Куперу тяжеловато, и все-таки он забивает. Позволяет ему здесь габарит-то издалека, либо придумывать. Нет банальных пик-н-роллов, двоечек. Отличный показ от Ричарда Гуина. И очередной 12. Обновленная статистика. Перехват от Купера. Не стал здесь форсировать события. Получил мяч обратно. Работает на периметре. О, как здорово! Сент-Роса. Стал обыгрывать на дугу Куперу, и Купер точно. Купер. Хороший заслон Соколова, буквально уничтожил он Сент-Роса им. И, конечно же, освободил большое пространство для работы Куперу. И Купер, пожалуйста, второй только очковый подряд, что если будет показать. Вообще он не смотрит в проходах, посмотрим, будут ли они этим пользоваться. Гуин на этот раз все показывает. Гуин, комбинация, но... Это Диджей Купер, это класс, который для многих не достижим. Уровень игрового интеллекта. Не будет здесь трехочковой атаки от Дезеова. Диксон, Диксон, все мимо, 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 мимо. Купер на подборе. 65-25, 62-52, прошу прощения. Находит мяч. Находит мяч Джонсон. Купер. Против Бенды. Уже этим пользовался. Диджей пас на Джавана. И Джаван забивает. Ну что ж, пока никак не получается разбросать зону. Вот сейчас нашли вариант Джаван. Помогает ему Джонсон на дуге. Сложнейший бросок. Но Купер точен. Купер пас в угол на Хэмилтона. Его бросок. И он попадает. Мен можно обыгрывать Дезеова. Что Купер и делает. А... О-хо-хо-хо. Вот это флоутер. Это флоутер еще, но Диксон, что на этот момент, 40 секунд, Купер успел, Купер пройти, очень маленькое было у него окно возможности, чтобы пройти под кольцо, вот именно сейчас, все, ушел Дезеев, вот Купер. Не штрафной, нужно мазать и добавлять. Других вариантов нет. Против Куски. Отличный пас. Маты Юнас есть. И, конечно же, Гвин. Ой-ой-ой-ой-ой. Что творит Купер. И да. Вот такой шоу-тайм в исполнении волгоградцев. Ну, здесь совсем другие эмоции. Это понятно. Это просто а-ля Кайри Ирвинг. Если кто любит смотреть миксы на YouTube, обращаюсь к Джей. Здесь уже не нужно было спешить. Вот это прекрасно понимают без нас. Спокойно возится на периметре. Да, вот это самый лучший вариант. Дождаться фола. Уже Купер. Ну, здесь все понятно. Петря после серии. Серии матчей